Беспроводные наушники Hailu S40. Комплектация. Поддержка всех топовых приколов. Bluetooth 6 версии. Hi-Res Audio. CoolTAG. Гибридное шумоподавление аж до 50 дБ. И цена всего 50 баксов. Корпус пластиковый, но качественный. Удобная складная конструкция. Вот эти штуки в уши, видимо, с пеной, потому что запоминают форму, они не спадают, не утомляют, и в них не потеешь. Время работы от батареи до 90 часов без шумодава и до 50 часов с ANS, активное шумоподавление, кто не знает. Время зарядки всего около 2,5 часов. Дальность связи 20 метров. В каждой чашке два динамика, 40 мм и 20 мм с титановым напылением. То есть они двухполосные. От этого качество звука очень хорошее. Интересно, что играет каждый из этих динамиков? Надо Юру спросить. В правой чашке переключатель режимов шумоподавления, регулировка громкости, переключатель треков. С внешним микрофоном улучшается качество и четкость голоса. Кому важно, имейте в виду. Зарядный интерфейс Type-C, как в твоем телефоне. В комплекте умный кабель Type-C 2 в одном. Аудио плюс зарядка. Наушники можно подключать к смартфону не только по Bluetooth, но и кабелем. Имеется приложение Hailu Sound с пространственным звучанием, настройками шумоподавления, крутым эквалайзером и другими интересными штуками. Еще можно подключить наушники сразу к нескольким источникам звука и переключаться между ними просто на ходу. Есть статический режим, в котором не имеет значения положение вашей головы, и есть динамический, где наушники отслеживают повороты и, соответственно, регулируют звучание. Для музыки такое не надо, а геймерам в самый раз. Долгое прослушивание не утомляет, звучание сочное, детальное, объемное, звонкое. Мне очень нравятся эти наушники.